Всем привет, мои дорогие парфмоньяки, парфлюбители! Вы на моем канале, меня зовут Анжелика, и сегодня парфюмерное, очередное парфюмерное видео. Хочу поговорить о доме Шанель и о моем самом любимом аромате. Мое парфюмерное я – это Шанель номер 5. Покажу вам то, что я приобрела, и расскажу о своей любимой версии. Итак, вот туалетная вода. Это 100 миллилитров. Первый раз в жизни у меня такой красивый флакон. Когда-то у меня была туалетная вода года 2 назад, и это был такой рефил. Это был вот такой флакон, только 50-миллилитровая версия. Это парфюм, но о нем попозже. Как же мне нравится эта версия. Судя по описанию на фрагрантике и среди парфлюбителей и ценителей, любителей дома Шанель, именно пятерка, которая была выпущена в 2021 году, Эрнестом По, она была выпущена именно вот в этой версии, то есть туалетная вода. Раньше, конечно, может быть, она называлась колонь, но это вот эта версия была. И это была версия чистого экстракта парфюма. Чем же эта версия так мне нравится? В ней меньше. В ней меньше альдегидов. В ней меньше иланга, хотя он тоже здесь присутствует. В ней больше какой-то одеколонности. Вот именно вот одеколон, мужской одеколон, но при этом это совершенно что-то такое чистое. Вот эти мыльность, которые дают альдегиды, они более такие, как шампанское, как пузырьки шампанского. То есть эта версия, она веселая, она позитивная, она радостная, и она моя самая любимая. Смотрите, как это красиво. Сейчас я натру его. Мне хочется им обливаться, мне просто хочется им обливаться с ног до головы. Почему я взяла сотку? Потому что, как я поняла, это мой самый любимый размер, особенно в Шанель. Вот так держать аромат и вот так им пользоваться. В парфюмированную воду я от нее избавилась, подарила маме, продала. Хочу ее также в свою коллекцию, но в 200-миллилитровом флаконе. Прям брать вот эти 200 миллилитров и уже больше не избавляться, уже больше не продавать этот аромат, а именно оставить в коллекции, и хочу, чтобы он настоялся. Эту версию буду покупать постоянно. Как же прекрасно она звучит летом. Но сейчас у нас очень тепло, и сегодня даже 25 градусов, солнце, и просто звучит прекрасно. Это как будто какой-то уход, и какой-то уход. Вы после душа, что-то такое мыльное, но при этом мыло, такое дорогое мыло, и при этом оно какое-то искристое, если можно так выразиться. То есть есть аромат мыльный, он такой более сухой, а это вот искры, как солнце, как какой-то вот, как камни Сваровски, как бриллиант. То есть он просто вот так полностью искрит, и вот эта одеколонность, которой мне не хватает в парфюмированной воде, вот эти брызги, вот этот вот, ну вы знаете, когда наносите одеколон, мужской одеколон, вы его наносите, и вот это вот брызги какой-то шипровости даже, можно сказать, вот какая-то шипровость, то есть парфюмированная вода, она больше альдегидная, а здесь вот как будто, вот знаете, сладкий, мыльный, цветочный,
шипр, если так можно сказать. И вот эта шипровость, она мне всегда нравилась в ароматах. Поэтому пятерка в туалетной воде, она моя любимая версия. Вот, давайте перейдем к парфюму экстракту. Это Refill, и здесь 7,5 мл. Почему я его повторила? Потому что иногда хочется вот что-то такое вот нанести вот за ушко и просто окунуться в состояние медитации перед тем, как заснуть, может быть, ночью, может быть, вечером, с бокалом вина или с кружкой чая, читая какую-то книгу, смотрев какой-то хороший фильм. Вот просто нанести, потому что парфюмированная вода, она все-таки больше какая-то яркая. И парфюм — это, конечно, больше цветы, больше иланга, больше какой-то такой округленности. Вообще в аромате Шанель номер 5 я не чувствую цветов. Это так все собрано, так все красиво, как оркестр. Это просто запах ухоженной, красивой женщины. Конечно же, жалко, что он заканчивается очень быстро, этот рефил. Но мне нравится, что именно это не намазом, а именно вот полиревизатором. Вы просто брызгаете, и у вас потом можете вот так еще сделать рукой, вот так растереть, и у вас получается такой вот классный. Сейчас я его не чувствую, конечно, потому что все, я сейчас просто облилась туалеткой. Стойкость, к сожалению, небольшая туалетной воды. И парфюмированной тоже, в смысле парфюма экстракта. Небольшая стойкость, но люблю ими освежать, особенно туалетную воду. Вот, мне кажется, сейчас у меня закончится видео. Покажу вам быстро еще свою новиночку. Это именно парфюм для волос. И вы знаете, что-то такое нежное, приятное. Я не скажу, что это прям вот Шанель номер 5. Ну, вот что-то такое мыльное, нежное, очень красивое. Все, я вас всех обнимаю, целую. С вами была Анжелика и Шанель номер 5.